Здравствуйте, с вами Оксана Ишанькина, и мы продолжаем рубрику «Что едят чемпионы». Сегодня у меня в гостях необычный гость, мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион России, призер чемпионата Европы и многих международных соревнований Василий Половников. Вася, здравствуй. Здравствуйте. Спасибо большое, что ты приехал к нам в гости. Пожалуйста. Не на кухню, но мы, как я понимаю, на улице лето, и мы будем готовить шашлыки. На веранде. На веранде. Ну да, сегодня у нас будет необычный выпуск, так как я смотрел некоторые ваши выпуски, я смотрел, что у вас это все происходит в каком-то замкнутом помещении, в определенной кухне. Вот. Но сегодня мы выйдем за грани. Да, за веранду Ишанькина. Да, за рамки вашей веранды. Вот. И сегодня мы работаем с барашкой. Хорошо, что мы готовим? Мы, так как я выходец из Кавказа, и у нас принято вообще так делать, мы делим, то есть барашку, если мы режем барашку, мы его делим на две части. Та часть, которая будет вариться, и та часть, которая будет жариться. То есть мы определенную часть сварим, но по определенным таким рецептам. А другую часть мы замаринуем. Да, замаринуем и поярим, короче, вот так. Можно по-своему резать? Хорошо, с чего мы начинаем? Сначала мы делаем маринад для шашлыка, правильно? Да, сначала мы маринуем шашлык. Но чтобы у нас время не затягивалось, мы сразу поработаем над обеими частями нашего барашки. То есть кто-то у нас будет резать мясо на маринад, кто-то у нас будет резать мясо на то, чтобы его сварить. Вот, и кто-то будет заниматься продуктами дополнительными, которые будут нужны при варке и при жарке. Потом мы вам расскажем, для чего нужна слива приготовки барашки. Вот, так. Ну и все, у нас овощи, фрукты, да, можем начинать, зелень. Это мясо у нас идет на варку. То есть сегодня для варки мы выбрали передние ножки. Почему мы выбираем передние ножки, кто знает? Сегодня рассказываешь только ты. Сегодня рассказываю я, да. Передние ножки обычно выбирают для того, потому что считается то, что в передних ножках более нежные и более... для варки приспособленное мясо, так скажем. Задние ноги, они более жесткие, и варить их нужно дольше. Угу. Вот. И мясо получается не таким нежным и не таким сочным, нежели если бы ты сварила бы передние ножки. Поэтому, если вы хотите своих гостей удивить хорошим бараним супом, с нежным мясом, разваристым, вкусным таким, да, вот, то для этого нужно брать именно передние ножки. Вот в одной ноге, как Дмитрий заметил, есть так называемый курдюк. То есть это не курдюк. Курдюк уже давным-давно срезали с барана. Его здесь нет. Но это кусочек, так скажем, жирового отложения на задней ноге. Курдючок. Это, наверное, мини-курдючок. Вот так, да? Да. Его отрезать, выкидывать не рекомендуется. Да. Так. Мы можем это показать. Ненасыщенный жирный. Это такой жир в баране, вообще жир. Бараний жир считается самым таким легким и быстро усваиваемым. Если сравнивать его с другими жирами других животных, то есть телятины или же свинина. Вот. И я иногда употреблял бараний бульон для того, чтобы он мне придал сил и энергии перед тренировкой. То есть я его пил за час до тренировки, и я реально ощущал прилив энергии и сил. То есть он на меня работал как такой естественный энергетик, не из всяких химикатов. Да, так что не пьем таблетки, не пьем никакие энергетические напитки, а выпиваем суп из бульона. Бульон, бараний бульон, да. Не то, что из курдюка, бараний бульон с зеленью, с кусочками картошки, морковки. Оно, можно сказать, такой легкий суп. Да, это такой легкий суп, но тот суп, который тебе придаст сил и энергии на долгое время. Этот курдюк, который находится на задней ножке, его стоит отрезать. Ну что же, покажешь его? Я не достаю просто.
Так ты скажи, я ж подам. Так, вот, допустим, да, вот эта вот часть, жировая часть, ее многие отрезают и выкидывают, что не стоит делать. Ее стоит отрезать, завернуть в пакетик и положить в морозилку. И пусть она там себе лежит. И когда ты захочешь, допустим, жареной картошечки, то вместо подсолнечного масла ты можешь нарезать кусочки этого курдюка. Вася, я забыла, когда жареную картошку ела. Ну, допустим, да? Я как, ну, не ты забыла, а многие, допустим, кушают. Да, ты можешь нарезать кусочки этого курдюка. Он, во-первых, тебе сослужит как масло, и при этом еще создаст неповторимый аромат и вкус для картошки. И придаст ту же самую энергию и калорийность для твоего продукта. Understand? Разобрался с локтевым суставом. Все, разобрался? Разобрался. Локтевой сустав. Так, теперь смотри, Дмитрий у нас рубит. Вернее, изучает анатомию, строение барана. Смотри, это оставлять или это надо настрогать? Желательно, чтобы это мясо для варки, желательно, чтобы мясо было, ну, типа квадратиков, либо кусочков. Ну, без костей. Сделать без костей. А можно оставить небольшую кость для того, чтобы она придала для бульона насыщенность и вкус. Мы ее сварим вместе с мясом, но потом мы ее вытащим. Да. Жир для варки жир убирай. Для варки важно именно мясо. Вот. И кости, которые. Да. Ой, извините. Я хотела спросить, зелень, все, это мы же делаем для маринада, правильно? Для шашлыка. Нет. Или это тархун? Зелень ты делаешь именно для варки. Варки. Для маринада, я тебе скажу, что нам нужно. Все. Для маринада нам нужен лук. Так. И для маринада нам нужен помидорчик. Все остальное, вся остальная зелень, тархун сегодня у нас присутствует. Вот как раз, да. Базилик присутствует, кинза присутствует, петрушка, укроп, лук. Это все у нас идет для варки именно мяса. Сейчас мои сородичи кавказцы, если будут это смотреть, не поймут, что я делаю. Что ты мясо портишь, что ли? Но на самом деле нифига не порчу. А можно еще узнать, да? Мясо нарезается отдельно? Да? А зелень отдельно или это все в одно сразу смешивается? Отдельно, потому что мясо у нас будет вариться до зелени примерно 40 минут. Потом, когда у мяса будет определенная готовность, мы туда засыпаем и зелень. И перемешиваем это все. Но вместе с зеленью мы также будем заливать в мясо пюре из слив. Значит, сливы нам надо будет прокипятить. Сливы нам нужно, из слив нам нужно удалить косточки. Так. И из слив нам, сливы нам нужно будет сварить, сделать из них пюре. Сделать сливовое пюре. Да, ты правильно говоришь. Добавляется туда сахар, и это, что-то еще? Нет, ничего не добавляется. Соль? Нет, вообще ничего не добавляется. И это сливовое пюре вместе со всей зеленью пойдет в бульон мяса. Так что вы понимаете, какой набор, мощный набор витаминов будет находиться в нашем бульоне. Вася, расскажи о себе, где ты родился, где ты учился? Ты учился? Ну, вы меня обижаете. Дима. Ну, Дим, не перебивай. Родился я на Северном Кавказе, республика Кабардино-Балкария. В таком городке, ну, уникальном, я считаю, в своем роде. Называется он Тырныауз. Находится он в горах на высоте 1200 с лишним метров. Вот. Этот город был построен специально для рудников, для шахтеров, которые работали на руднике, который был в свое время уникальнейшим, единственным в мире по добыче вольфрама и молибдена. Да, этот рудник Советский Союз построил впервые и первый в свои года. Но это было давненько. Вот потом второй такой же появился в Японии. Вот. Ну, то есть это было такое уважаемое предприятие, и в то время, когда я там родился и жил, город весьма был такой
обеспеченный и хороший, хоть и небольшой. Он маленький вообще. Вот. Ну, в горах. То есть всю жизнь, всю свою молодость я провел именно в горах. А потом, когда ты с гор спустился? Да, я с гор спустился. Да, учился я тоже там же. У нас были очень классные педагоги. Я учился в лицее. Вот. Педагоги были наивысочайшего уровня, потому что город был также на высоком уровне. Он был закрытым городом в свое время и был на прямом контроле и на прямых поставках из Москвы. То есть полностью контролировался Москвой. Вот. Поэтому педагоги, которые там были... В каком году родился? В каком году родился? В 86-м. Поэтому педагоги, которые там работали, они были одни из лучших вообще в России. И мне с педагогами повезло, так как я их успел застать в то время, когда уже Советский Союз, конечно, распался, но они еще до сих пор в этом городке работали. Поэтому образование мне удалось получить, я считаю, очень хорошего уровня. Да, такое советское, жесткое. Ну, помним это, да. Да, тогда строго было, да, очень. И у нас было его не менее строго. Вот. Так что там я вырос, там я и учился. Хорошо. После школы куда ты пошел? В институт какой-то? После школы, ну так получилось, что у меня были немножко проблемы, так скажем, семейного плана. И школу мне не удалось закончить полностью. Вот. Мне пришлось из 9 класса уже уходить и заканчивать школу в 9 классе. Переезжать в другой город и заканчивать экстерном сразу 11 и 10 класс за один год. Это было мне лет 13-14. Быстро так. Да. Ты сдал? Сразу все сдал? Я, конечно, все сдал, все сделал без проблем. Вот. И после этого я сразу был, как это говорить, студентом, да? Студентом политехнического колледжа. Вот. Это, так как там уже? Это уже было в другом городе, в Нальчике. Да, так как там предоставлялась гостиница, где жить, небольшое питание. Это я уже начал тренироваться, да. Сколько тебе лет было, как я понимаю, 14 лет, да, когда ты переехал? Это мне было 14 лет. До 14 лет я уже чуть-чуть начал заниматься штангой, но понимания было очень мало. Вот. И в 14 лет мне пришлось переезжать в другой город, менять вообще все в своей жизни. И жизнь с нуля, да, начинается? Жизнь с нуля и при этом еще один, потому что до 13 лет я жил со своей бабушкой, вот, а в 13 лет она от рака желудка умерла. И поэтому я остался, так скажем, один. Ты же, значит, 13 лет ты остался один. Я остался один, без никого, потому что я жил всю жизнь без мамы и без папы. Меня не воспитывал ни отец, меня не воспитывала ни мать. И до сих пор они это не делают. Ну, вы хоть знакомы? Да. Вы хоть видитесь иногда там, нет? Нет, ну, естественно, иногда. Мы видимся. Ну, ты уже взрослый, Вась, жизни, ты да. уже вырос. Но так скажем, что в моей жизни, в моем воспитании, в моем взрослении ни мама, ни папа никакую роль не играли. 13 лет ты уже ходил в зал? Да. Для себя? Да. Прямо. У тебя был тренер сразу? Или ты просто ну, я как бы больше качался, так скажем. Угу. Да? Вот. И как только я начал тренироваться именно штангой, и до этого я только работал на тренажерах, появился тренер, и у меня увидел, что я более-менее перспективный, начал как бы мной заниматься, но вот эта жизненная ситуация меня заставила уехать в другой город, я уехал, как бы, и думал, что со штангой все. Но почему-то вот эта любовь моя к спорту, я никогда не останавливался именно в спорте. Я всегда ребенком даже пытался чем-то заниматься. Любыми видами спорта, лишь бы я делал что-то связанное со спортом. Мне плевать, плавание, там, борьба, дзюдо, там, та же штанга, ну, ушу, что я только не перепробовал. Это ты сам выбирал, чем заниматься? Это я выбирал, ну, как бы, как сам? Тебе было интересно? Мне было интересно быть спортивным.
А я уже убирал по тому, какого уровня та или иная секция. Я не хотел идти там, где тренер бездарный или еще что-то. А как ты в 13 лет мог понимать, бездарный тренер? Ну, в 13 лет я уже был не глупый. Ну да, с такой жизнью. Вот. Потом я переехал, но заниматься тяжелой атлетикой я не перестал. Так. Я нашел зал штанги в другом городе, в этом городе. Пришел. Это какой же город был? Это Нальчик. Нальчик. Был, да. Пришел, сказал. Вась, а можно ты немножко левее? А то я боюсь уже этого. Пришел, сказал, что мне как бы нужно заниматься. И не могли бы вы мне дать возможность заниматься в вашем зале? Они меня уже знали, потому что, ну, слушок прошел, то, что там уже в какой-то там части нашей республики есть вот такой неслабый парнишка, вот, и как бы мою фамилию и имя уже знали в этом зале, поэтому сказали, да, конечно, тренируйся, бесплатно, все, какие проблемы, но единственный один момент, то, что тебя тренировать никто не будет. То есть тренера у тебя не будет, ты будешь тренироваться сам. Я говорю, никаких проблем, я буду тренироваться сам. Просто если есть такая возможность, дайте мне в распоряжение ваш зал, я буду сюда приходить и тренироваться сам. Да, конечно. Но все. Как же эта техника, ну, техника подъема штанги, да? Вот, ну, как, но моя техника подъема штанги, мои как бы данные, мои тренировки, их поразили. То есть они смотрели и в чем-то даже учились у меня, потому что я туда пришел из школы намного выше уровнем, чем их. И те знания, и те подъемы, и те углы штанги, которые я проявлял уже в 14 лет, их поразили на самом деле. И они меня очень сильно зауважали из-за этого. Хорошо, но неужели они видят перспективного мальчика, который тренируется в зале один? Неужели ни один тренер не хотел тебе помочь, подсказать? Они не имели таких возможностей. То есть уровень этих тренеров не позволял им что-то мне, может быть, что-то подсказать, но какую-то серьезную работу со мной вести это им не позволяло, потому что они знали, с какой школы я вышел и в какую попал. Вот, поэтому, ну, не было смысла просто что-то со мной делать. Они мне просто дали волю, сказали, да, вот, конечно, тренируйся, но мы тебе мешать не будем. Хорошо. Как... Сколько тебе лет уже тогда было? Это 14 лет еще. 14 до сих пор, еще, да. Потом я стал учиться в этом техникуме. Нужно было же на что-то жить. На что даже выживать. И помимо техникума, в который нужно было там попадать там в раннее время, из-за чего я вставал каждый день в 6 утра. И помимо тренировок, я работал. Работал на стройках. В основном потому что, ну, куда мне, куда мне в таком возрасте еще возьмут. Конечно же, зарабатывал, потому что мне нужно было что-то есть. У меня не было вообще никого и ничего. А жил ты в общежитии? Жил я в общежитии, да. Вот. Но на проживание, на все остальное дело, естественно, нужны были. Неужели деньги. Ни государство не помогало тебе? Как? Что? А как? Каким образом? Ну, подожди, ну, несовершеннолетний, там, 14 лет, мальчик остался без родителей, без бабушки. Ну и кто это будет делать? У меня мозгов тогда было, я знал таких моментов. А за меня кто это будет делать? Ну, кому мои проблемы нужны? С кем я остался? Остался я с родителями или без родителей и так далее. Официально-то у меня родители живы, да? И мне скажут, ну, государство мне сказало, ну, а что тогда? Вон с родителями объединяйся, там, давай как-то контакт наводи, пусть они тебе помогают. Но это я понимал, что это все бесполезно. Так, понятно. Ты изначально работал на стройке. Да. Так. При этом тренировался, при этом учился. Учился неплохо, кстати. Вот, я вообще закончил школу с двумя четверками, остальные все пятерки. Ты учился, тренировался, и ночью ты работал. Работал, да. Так. Вот, с таким графиком, со временем, когда там устроили чемпионат республики в нашей стране, в нашей республике в той же, я подготовился и в одиночку, да, с этими самостоятельно, с этими всеми условиями, выступил на этом чемпионате, где присутствовал, кстати, мой старый тренер, вот, и выполнил там норматив мастера спорта. Ух ты. Молодец, 14 лет.
Это, да. 14 мастеров. Да. Ну, это было без тренера. Без тренера, да. В таких условиях, голодая и так далее. То есть много что у меня было не так. И этот норматив мне не засчитали. Почему? Потому что на этих соревнованиях не присутствовал тренер, судья международного квалификации. Угу. Поэтому я как бы его поднял, но поднял неофициально, но поднял. Мой тренер это увидел, узнал и подошел мне и сказал, а где ты учишься? Я говорю, в таком-то, таком-то техникуме. Ты больше там не учишься. Я говорю, почему? Потому что мы забираем документы, и ты едешь в следующий день ко мне со мной на сборы. Ага, вот так. Потому что он увидел перспективу. Талант. Раньше не видел, что ли? Раньше, ну как не видел? Нет, я скажу, что он меня навещал, кстати. Пока я учился в этом техникуме, жил в этой общаге, он меня навещал. Он там приезжал, что-то привозил, там какую-то еду, еще что-то, спрашивал, как у меня дела, но дальше этого не заходило. Значит, получилось так, что он наблюдал за тобой со стороны, он видел, как ты сам рос, как ты тренировался, добивался результатов, uh-huh. выступал на соревнованиях, uh-huh. правильно, достиг хорошего uh-huh. уровня, и здесь он появляется и говорит он тебе, понял, да, что, да, понял, что ты талант. Но он да, меня не бросал полностью. Он приезжал, спрашивал, как у меня дела и так далее. То есть я не скажу, что он ко мне наплевательски относился. Понимая то, что я в таких условиях, мой отец этого не делал и не сделал, и не сделает никогда уже. А чужой человек, да, пусь будучи будет тренер, он, ну, на тот момент как бы еще для меня был немного чужим, потому что мы с ним провели не так много времени. Мы с ним провели около года работы. Ну, за это время человеку прямо, чтобы он стал родным, естественно, не привыкнешь, правильно? Вот. Поэтому я благодарен ему, что он меня не бросал, а тут такая возможность, он это все увидел, все говорит, бросай это все дело, я говорю, ну как так, вот так вот. Мы с тобой 2 недели в Таиланде, как родные, я так говорю, за год. Хорошо, давайте тогда, можно я попробую по поводу еды спрошу? Лук зеленый тоже режу мелко и туда? Да. Да. Все туда, все туда. Хорошо. И подытожим, то, что взял тебя тренер к себе, правильно? Да. Он тебя увез? Он меня увез. Куда? На сборы. На сборы. В Рузу. Сюда, в Подмосковье. Вот. Когда у тебя состояли самые первые соревнования уже вместе с тренером, и когда тебе присвоили норматив мастера спорта? Это было мне уже 15 или 16 лет. Это была, я был младше возрастом, я был еще юношей, но выступал уже на юниорских соревнованиях. Я проиграл эти соревнования чисто по весу. То есть мы подняли с человеком одинаково, вот, но он был уже юниором и очень сильным достаточно. Вот. Но я ему в тот момент проиграл по весу. Но ты был тяжелее, да? Я был немножко тяжелее, да. Но я был намного младше. И в этот момент я выполнил норматив мастера спорта, перевыполнив его, почти подняв норматив мастера спорта международного класса. То есть намного перевыполнил. Вот. Так, отлично. Потом следующее соревнование. Ты вот поехал на сборы, потом, да? Потом оттуда я отобрался на чемпионат Европы, юношеский. Поехал на чемпионат Европы, выиграл его с рекордами. Молодец. Европы. Юношеский. Да. Молодежный. Вот. Слушай, я его слушаю, очень похож на меня. Да. По спорту прям очень похож. Молодежка у нас. Да. Я знаю, что у тебя был перерыв в твоей спортивной деятельности. Угу. Сколько ты не тренировался? Ну, так скажем, перерыв именно полностью в моей деятельности это не назовешь. Это была дисквалификация. Меня дисквалифицировали на 4 года. Почему? За что? Матом ругался. Да, ругался. Ну как, дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ. Запрещенных веществ? Да, то есть за допинг. И много ты его
употреблял? Ну, там такая ситуация, она очень такая скользкая, понимаешь? Не, еще до сих пор не ясно, то ли это же наша ошибка действительно, и мы что-то употребили, то ли же это политические игры были. Угу. Потому что там все очень как-то вот, ну, сходится. Ну вот. Но это не было моей именно ошибкой, потому сколько что я... Сколько тебе лет было, когда тебя дисквалифицировали? Мне было 22 года, я выиграл чемпионат России с рекордами, ехал на чемпионат мира, да, взрослый. Да. Взрослый. И на мире это все произошло? И, да, и я снял рекорды, которые стояли больше 10 лет и были поставлены самым нашим сильным атлетом сборной, там, олимпийским чемпионом и т.д. и т.п. Там, Петровым Алексеем. Вот. С чемпионата России я уже готовился на чемпионат мира, где я мог воевать за золото и минимум за серебро. Эту повестку о дисквалификации мне принесли именно там, на взвешивании. Угу. После того, как я на сборах при подготовке прошел 3 допинг-контроля, на которых, на 2 из которых я был чистый. А вот этот один какой-то непонятный, мне принесли уже именно там, на соревнованиях. Показали, что сказали тебе лучше не выступать. Всячески не хотели, чтобы не ты выступал на чемпионате мира. То есть сейчас эту историю уже как бы мусолить, ну, нету смысла. Уже это все время прошло, уже я могу выступать. Но я скажу одно, то, что самые свои наисильнейшие года, вот почему, спрашиваете, а кто такой Вася, а что он выиграл, это, а почему так вот? А потому что за счет вот этой ситуации я пропустил более, не 4 года. 4 года это всего лишь дисквалификация, а нужно же еще прибавить к ней года, те, которые, в которые ты пытаешься вылезти. Да. А, кстати, я первый спортсмен в России, в нашем виде спорта, который, за всю историю, который попытался вылезти из дисквалификации после 4 лет. Таких случаев не было. Все уходили. Все уходили. У всех жизнь ломалась, менялась и так далее. Никто не смог сохраниться. Вот. После 2 бывали случаи, но вот после 4 нет, я первый. Так что ты молодец, Вась. Я хочу сказать огромное тебе спасибо за то, что ты борешься и до конца идешь к своей цели, несмотря ни на что. Я знаю, что сейчас вот был турнир Димы Клокова. Угу. Ты потрясающе, он просто потрясающе выиграл. Все, что только можно, выступил. Фееричное твое выступление было. Вась, скажи, пожалуйста, какие у тебя вот сейчас цели? К чему ты стремишься? Чего ты хочешь достичь сейчас именно впереди? Чемпионат России, Европы, мир? Или ты хочешь уйти из спорта? Куда уйти? Нет, конечно, нет. Как пришел. В общем, сейчас очень серьезный, очень такой ответственный момент, вот этот остаток года и половина года следующего. Это будет тот период, в котором будут квалификационные соревнования для чемпионата, для Олимпийских игр. Какие это чемпионаты? Это будут 2 кубка президента в нашей стране. Это международный турнир, который учредил сам президент России. Вот. И еще будет чемпионат Европы перед Олимпийскими играми. Да. Вот моя задача — подготовиться и выступить на этих квалификационных соревнованиях. Помимо этого, я еще буду активно вести деятельность в популяризации нашего вида спорта в отдельных своих мероприятиях. То есть у меня намечаются выезды, семинары за границу, в разные страны, туда-сюда, ну, в Европу, в Соединенные Штаты, по России. Вот, совместная работа с Клоковым, с его проектом Клоков & База Тим, с ними. Там я буду делать и семинары, и лагеря, и какие-то дополнительные мероприятия, да. То есть у меня сейчас работа будет насыщенная, направленная и на профессиональный вид спорта нашего, да, в этом направлении, и на популяризационный такой момент. Я хочу пожелать тебе удачи, чтобы у тебя все свершилось, чтобы у тебя все получилось. Да, мы будем следить за тобой. Знаешь, что есть и Женькин, который тоже тебя всегда поддержит.
шашлыков у нас готова. Баранина с лучком, со всеми делами. Сейчас обставим это овощами, хлебом, всем, чем нужно. Вот. А после этого наша обещанная чикапули, сваренная на дровах. Вась, спасибо тебе огромное за то, что ты приехал, поделился прекраснейшим рецептом, рассказал о своей жизни. Спасибо тебе огромное, мы тебе желаем удачи, удачи в спорте, удачи и в личной жизни, чтобы у тебя было все хорошо. Мы тебя очень любим. Спасибо. Спасибо вам, спасибо вам, что меня пригласили. Мне очень лестно и приятно приготовить такое блюдо на такое количество людей среди тех, кого я уважаю, знаю. И пусть камера не затрагивает всех людей, которые здесь находятся, но поверьте мне, круг очень воспитанный, деликатный, достойный. Поэтому мне будет очень приятно это блюдо разделить именно с ними. Ну что, давай начнем уже есть. И, ребята, спасибо вам большое, что вы нас смотрите. Не забывайте просматривать мой канал Оксаны Ильшанькиной и нашу передачу «Что едят чемпионы». Пока!